Так, а если чуть больше? Больше, чем 500 миллион? Нет, не лям. Точно, там еще ляма не должно быть. Да ну! О, привет. Привет. Сидишь, играешь? Что сыграть-то? А что умеешь? Все сможешь такая песня у тебя. Сыграешь что-нибудь? На что сыграть? Хоть что. Прикольненько так. Вообще четко, четко. Спасибо, спасибо. Понравилось? Да. Прекрасно. Значит, будете у меня в ролике. Все. Договорились? Хорошо. А как только вырежи первое слово. Ну, хорошо. Как думаете, сколько у меня подписчиков? Не знаю. 100 тысяч. Сколько? 100 тысяч. Ну, вы почти угадали. Охуеть. Как канал называется? Так, ну подождите, это вы не до конца еще угадали. А сколько у меня точно подписчиков количество? А, да. Еще и золотая кнопка есть. Не, золотой нету. Жалко. Больше 100 тысяч. Есть вот такая какая-то. Охуеть. Ого. Ого. Да. Фига себе. Так, в общем, подписывайтесь, а я пойду дальше. Хорошо? Стой. Канал. Ильяс Бекиров, если что. Хорошо. Все, давай. Друзья, всем привет. Как ваши дела? Мои лично нормально. Извиняюсь за редкий выпуск роликов. Если сравнивать с музыкальными понятиями, то я сбился с ритма, но обязательно в него скоро войду. Господа, до 50 тысяч подписчиков не хватает прям, ну вот совсем чуть-чуть, там, по-моему, 150 что ли. Я знаю, мы можем сделать эту цифру прямо сегодня, поэтому, пожалуйста, подписывайся на канал, если ты смотришь мои ролики, они тебе нравятся. Рекламы в этом видео не будет, поэтому спонсорами этого ролика будут все мои соцсети. Инстаграм, ВК, ТикТок. Ссылки на них я оставлю в описании, переходи, подписывайся. Вот, например, в Инстаграме есть ролик, где мне недавно звонили мошенники со Сбербанка, я им на гитаре поиграл. Нет, баланс не помню. Ну, я не помню, я, конечно, могу сейчас показывать баланс около 35 миллионов рублей. Слушай, друг, дайте на гитаре поиграю.
общем, там есть все, чего нет здесь. И обязательно подписывайся на этот канал. Это очень важно. 50 тысяч, ну вот прям чуть-чуть. Стой! Я тебя откуда-то знаю. Ты ютубер? Да. Сколько у тебя подписчиков? А что? Просто я откуда-то лицо знаю, может, в ютубе видел. Может, вот так вот тебе будет более известно? Нифига себе. Я сейчас скажу, я видел. Давай, говори. Я видел? Акстар. Акстар, Слушай, я сейчас, ты сейчас видео снимаешь? Да. Тогда я сейчас попаду в видео, смотри. Давай. И снова седая ночь, и только ей доверяю я. Знаешь, седая ночь, ты все мои тайны. Красавчик, очень круто, молодец. Спасибо. Молодец. Попадешь в ролик. А когда ролик? Блин, ну слушай, не знаю. У меня сейчас очень график такой плотный, надо там с Яриком Бро встретиться, одной девочке гитару подарить, там надо... Вот, на улице поиграть надо, там, притвориться новичком где-нибудь. Ну, короче, очень плотный у меня график, очень много работы, очень сильно я занят. Хорошо. Хорошо. Ой. Это мы интересно. Тебе. Как у вас дела? Хорошо. Хорошо, что делаете? Сидим. Это прекрасно. Что-нибудь сыграть на гитаре? Давай. Почему вы так улыбаетесь, я не понимаю. Да она просто куда-то уехала. Так, а что бы сыграть-то, я даже не знаю. Классно. Угу. Классно играешь. А, прикольно. Будете в моем ролике, значит. Да что вы так пугаетесь? Просто на ютубчике в ролике будете и все. Чё, а, ну так, да ладно. Как ютубчик называется? А, как считаете, сколько у меня подписчиков? Как думаете? Ну, 1000-2000. Много? Чуть побольше. Да. Побольше. 5? 4? Побольше. Больше чего? Больше, чем 4000. 6? Ладно, мы так будем долго идти. О, нихуя. Ой, так, нифига. Без лага. Нифига себе. А когда дается серьезно? 100? Вроде. То скольки отдается мы... 100 тысяч, да, 100 тысяч. Там нифига. Нифига. Круто. Нифига себе. Ну так, чуть больше, как, да, 4? Как канал называется? Как канал называется? Так, ну подождите, а еще это же не все? Сколько еще? Нет, у меня не 100, у меня больше. Миллион? 500 тысяч. Ну ладно, я тянуть не буду, вот, сразу. Я сказала миллион. Откуда? Ильяс Бекиров, пиши. Да, Бекиров. Все, девчат, подписывайтесь на меня, окей? А я пойду дальше. Бля, какая у них реакция будет? Я просто не представляю. Привет, я вижу, что ты из Польши. Да, это правда.
О, прикольно. Ты готовишь что-то? Да, я готовлю. Нет, куда ты залезла? Моя кошка залезла на столешницу. Хорошо, что ты не ее готовишь. Ну, ты предлагаешь приготовить? Нет, я котеек люблю, у меня у самого две кошки. Отлично, очень красиво играешь на гитаре. Вот, слушай, спасибо. Да, я даже особо-то ничего еще не играл. Правильно работаешь пальцами. Еще в каком городе живешь в Польше? Я живу близко Калининграда, в Гданьске. Гданьск? Да. Угу, понятно. И что, и как вообще Польша? Каково это? Это же Европа, там, Евросоюз. Да? Евросоюз же, правильно? Знаешь, Польша это как, не знаю, как Россия, только немножко экономика получше. Тут всем заправляет политика, и всем заправляет это религия. Ничего нового. Да я вижу, у тебя прям крестик сзади. Видимо, хорошо заправляет. Что готовишь? Итак, я готовлю ризотто. Ризотто? Прикольно. Я татарин сам, поэтому у меня рис в крови. Я обожаю рис в любом проявлении его. Пропаренный. Нет, я готовлю ризотто с булгуром. А, с булгуром? Да. Ну, прикольно. Что у вас прям для Польши слишком светло. Это... Ага, лампочка, господи, Ильяс, дурак, лампочка существует. Сколько тебе лет, Илья? 27, мне 27. Угу, мне 21. Прикольно. А это такой акцент польский такой? Какой акцент польский? Он такой, мне 21, а ну и так туда вот немножечко, уходящий в конец так. У нас с тобой тванг, знаете ли. Как ваши дела? Я всю жизнь жила в Польше, поэтому, возможно, у меня есть акцент. А почему ты разговариваешь по-русски? Не подкалывай меня, пожалуйста. Да нет, ну я же, что же это, не со злобой. У меня родители, у меня мама русская. А, мама русская, все понял. Да. А ты прям, ну получается, ты и польский знаешь, да? Да. А можешь прям... что-нибудь, ну круто, а можешь что-нибудь, ну сказать что-нибудь? Да, могу, конечно. Например, Левандовский. Левандовский. Как? Роберт Левандовский, знаний пиукажем. Вау. Мать 2. Це ще ма дві цурки, жона, яка ще займує карате. Круто. Або можна powiedzieć, що вона управляє триатлон, карате, або можна powiedzieć, що тренує. Если бы я не знал, что это польский, я подумал, что у тебя просто ты слабо разговариваешь по-русски. Типа вот так вот я бы... У меня были бы такие мысли. Что такое? Что такое? Гитара. Что сыграть-то? На свой вкус. Замуж бы вышел за тебя сразу же, вообще. Ребят, спасибо вам большое, хорошего вам отдыха. Спасибо. Тебе спасибо, ты нам вечер сделал. Спасибо большое, ребят, счастливо, пока-пока. Пока-пока. Thank you.
Класс, круто. Спасибо, спасибо, спасибо. Будете у меня в ролике, не против? Да. Нет, мы не против. О, прикольно, прикольно, прикольно. А скажите свой канал или ТикТок? Не, ютуб-канал, ютубчик. Круто. Скажите, пожалуйста. Как думаете, сколько у меня подписчиков? Просто 100 тысяч. Миллиардов. Сколько? Миллион. Сколько еще раз? Миллион. Нет, 100 тысяч. Чуть меньше 100 тысяч. А добавьте меня в ролик. Подождите, подождите. Можно я вам спою? Вот такая штука есть. Давайте мы вам споем. Подожди. Я говорила, сотка есть. Я говорила. Так, ну вы не угадали все-таки. Сколько у меня подписчиков? Это еще. Ну окей, 300 тысяч. 300-500. 250. Так, а если чуть больше? Больше, чем 500? Миллион. Нет, не лям. Точно, там еще ляма не должно быть. Да ну! В смысле? Блин, что ты написал? Евгений Бекиров. Бакиров. Ильяс Бакиров. Ильяс Бакиров. Мы подпишемся.